Ну, друзья, нахожусь, по сути, в открытом море. На самом деле, просто здесь такая отмель. Буквально там вот слева уже свал реки. Так, ну это, походу, окунь. Вот она. Хорошая. Всем привет, друзья, с вами снова Мэфик. Я нахожусь в устье реки Даншуэй. Даншуэй — это, я бы сказал, такая самая водоносная река, такая самая большая. Устье у нее такое довольно массивное. То есть из всех рек Тайваня, наверное, это одна из самых больших. И здесь я никогда не был. Ну, точнее, как, один разок был. Вот, но это такая была полуразведка, ничего я не взял тогда. Какие-то условия были непонятные. Вот. И сегодня я решил более детально как бы исследовать эту часть реки. И, в общем-то, попробую что-нибудь поймать с вами, ребятушки. Да, давно меня не было, друзья, потому что тайфун, потом, значит, 2 недели реки очищались. В общем, материала никого не было. И вот, наконец, сегодня я вышел сюда, чтобы порадовать вас рыбалочкой. Погнали! Долго, друзья, Тайвань держался, конечно. Началась эпидемия здесь. Вот, вроде как бы сдерживают, но тем не менее. В общем, сейчас везде, в каждый магазин вход по QR-кодам. Надо просто отправить сообщение. И, в принципе, все. Еду, ребятушки, под рассвет, специально так подгадал. Вот. На самом деле думал взять длинный спиннинг до 48 грамм Aika Resonance, мой дальноброс береговой, но потом подумал, нет, наверное, начну я все-таки с мегабаса своего, микроджиг, блесны, может быть, цикады, ратлины маленькие. Вот, там такое место интересное. Я там был там пару раз, но без спиннинга, просто смотрел, что люди ловят, как люди ловят. Там песок в основном, и в принципе, в общем, сейчас все увидите. Сейчас дают до точки и все увидите. А пока кофеечек и дорога. Огромная благодарность спонсорам канала. Нажимай кнопку «Спонсировать», поддержи канал, получи плюшек, увековечь себя в титрах к видео. Ну вот, друзья, я и на берегу моря. Там вон рыбачки стоят какие-то, ловят на донке. Ну вот. Слева там вон порт. Довольно большой, крупный. Отлив сейчас, в данный момент. Вода довольно далеко ушла. Вот. Сейчас начнет, кстати, прибывать уже, поэтому надо уже быстрее закидывать приманку. Приманка у меня уже стоит с того раза. С баса. Еще с баса, да. Еще. Ну что, побежали! Рыбалка в устье реки — это всегда интересно. Всегда есть какая-то рыба, которая живет и в морской воде, и в речной. А это довольно сильно расширяет разнообразие пойманных видов. Ух ты, вот эта поклевка сейчас была. И что-то хорошее сидит, друзья.
Опа! Это вообще кто? Смотрите, ребята. Какая штука. Пойдемте спросим у рыбака, что это за рыба, я не знаю. Джига, смотри. Ньоуэй. Это калдию, рыбан ляли, халкирда. Халкирда? Халкирда. Сашими, рыбан ляли. Сашими, ма? Ну вот, друзья, первая рыбка. Причем, смотрите, какая интересная. Вот, он говорит, очень осторожно ее держи. Она, говорит, вкусная. Очень, говорит, осторожно ее держи, потому что она... То ли у нее колючка, что ли, то ли фиг его знает. И хвост такой, смотрите. Блин, как ее держать-то тут? Опасно как-то. И хвост такой, смотрите, у нее. Какой-то сказочно желтый. Ну вот, первая рыбка, друзья. Ну что, ребятушки, первый, так сказать. Интересно. Никогда такую рыбу не ловил. Новый вид. Только наступил рассвет, буквально вот. Солнце озарило облачочки. И бабах, такая поклевища. Отличное место. На самом деле, я ни разу здесь не был. Вот, не знаю ни дна, не знаю ничего, но... Я примерно себе представляю, что делать на таком месте. И чуть позже вам обязательно расскажу. Давайте пока половим. Ух ты, поклевка. Блин, пропустил, друзья, поклевку. Что-то отвлекся. В руку так дало. Прям трык. Еще раз. Да. И как это называется? Ладно, рыба есть, друзья. Не зря ехал. На эту точку, ребятушки, я пришел специально под самый отлив, значит, это морская рыбалка лучше всего в отлив, даже в устье реки. То есть, смотрите, сейчас течение реки, естественно, в море, потому что отлив, сейчас оно замедлится, оно уже замедляется, то есть, когда я сюда пришел, оно такое было довольно бурное. И поклевку, кстати, я получил тоже на бурном течении, что вообще довольно интересно, но не суть. В общем, сейчас оно замедляется, потихонечку оно замедлится, остановится вообще. И потом течение пойдет в другую сторону. Что самое интересное, когда я первый раз такое увидел, течение реки изменилось, это для меня был просто шок. Но, тем не менее, это tidal river, так называемый. То есть река с приливно-отливная река, скажем так. Вот, как вы поняли, я нахожусь прямо в устье. Вот там уже море, океан точнее. Вот. Ну и здесь на самом деле небольшой отрезок, то есть я в течение дня вот пройдусь туда где-то километр-полтора максимум, вот где вот строится мост, за мостом еще там где-то метров, наверное, 800. Небольшой отрезок реки, дно полностью песчаное, вот. Какая рыба здесь есть? Ну вот хищник, который я поймал, я еще не знаю, как называется, я обязательно посмотрю и скажу, ни разу не ловил. Потом тут должен быть тигровый окунь. Тут есть ариус, сом пятнистый, но его он как бы вообще ядовитый. Ну и самое интересное, конечно, поймать здесь группера, потому что группер морская рыба, и он заходит в устье тоже тут, кушает всяких креветок, мелких рыбешек и так далее. Так что самое интересное, конечно, это группер здесь. Ну все, ребятушки, погнали, ловим. На выбросе, на падении. Кто-то взял.
Ферапончик. И ты тут. О, какой. Малышкин, иди. Ах ты, поклевочка была, я сошел. Подкусывали все, все, сволочи, подкусывали. Так. Посмотрим, что у меня еще есть. Мистер Мосли. Копия на Бейт Бриз. Да, 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 есть. Но непонятно что-то. Какая-то то ли мелочь, то ли. Просто, блин, просто ребята откусывают все сразу. Посмотрите, что происходит. Блин, что такое? Не пойму. Да, вот он. Они клюют и сходят, клюют и сходят. Угу. Терапончик опять. Ах ты, ёшки, рыбёшки. Стой, 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 стой. А, больно, блин. Ну а чтобы поймать группера, друзья, здесь нужно найти какую-то структуру на дне. То есть группер не любит чистое место, он всегда будет искать какие-то камешки, какие-то водоросли. Но так как здесь песок, в общем, здесь вот надо, я когда буду идти по берегу, буду искать какие-то структуры, облавливать. Если где-то будет зацеп, ну, значит, буду это место там больше облавливать и пытаться найти группирочка. Группер, наверное, это примерно как вот, если судака поймать на реке. Вот это вот как бы группер. Сейчас, кстати, течение должно остановиться. Должен начать жрать, по идее, тигровый окунь, ну или какая-то такая вот, в общем, рыбка. Потому что малек начнет отходить от берега и будет интересно. Так, друзья, короче, это, микрожик нафиг. Сейчас. Поставлю микроблюсинку. Угу, сидит. Это нормальный уже. О, какой. Ага, есть. На каждом запросе, друзья. Так, не там пошел. Нет, не пошел. На каждом забросе. Мелкий терапон. Вот он. В этом плане, конечно, блесна сейчас лучше гораздо. Что джик они сразу сжирают. Решил чуть-чуть плавить в море, ребятушки. Думаю, мало ли, может, что-то это есть тут. Так, тут самое главное не уйти куда-нибудь под воду. Только придется зайти туда подальше, потому что здесь вообще просто отмель такая. Но может быть интересно.
Ага. Да, что-то есть. Интересно. Прям в прибрежных волнах. Да-да-да, сидит. Тигровый окунь, что ли? Может, туда поближе подойти, наверное. Имеет смысл. Ну да, тигровый окунь, естественно. Терапон, ребятушки, жербуа называется рыбка. О, какой колючий, зараза. Да-да-да, еще один. Ну все, он теперь замучает. Мне бы группера, дружочек. А ты клюешь вообще как-то в ноздрю. Че говоришь? Че говоришь? Уэк, 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 уэк. Иди. Так. Полностью сожрали приманку. Гады. А если тут этот окунь, то он сейчас только и будет делать, что откусывать мне. Тентакли все эти. Так, что-то сидит, что ли? Блин, вот они клюют, как эти. Непонятно, то ли есть рыба, то ли нету рыбы. Но поклевки-то есть. Сейчас, друзья, река остановится, и я пойду туда. Пока вода отходит, здесь можно трусовать чуть-чуть. А так вообще-то опасно. Ух ты, поклевка. Еще одна поклевка. И вообще неясно, сидит, не сидит. Тут дергает, дергает на выматывание. Какой-то кошмар просто. Нет, ничего не сидит. Ну, дергало. Я подошел к границе как раз с вала. Ух ты, поклевка. Да что ж такое-то? Да, ну такие поклевки просто шикарные. Бам-бам-бам. Ну не хочется приманку меньше ставить. Ну, такой китайский блесенок сейчас поставил. Что-то блесенку меньше хотят гораздо. Хотя нет. Дергают. Дергают, да так дергают. Да, по-моему, есть. Да, 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 есть. Ну, на блесну сразу садятся. Рот маленький. Да что же они все. У нас дрюки садятся. Да что такое? Как они подбивают, что ли, снизу? Ничего себе. Ну, друзья, нахожусь, по сути, в открытом море. На самом деле, просто здесь такая отмель. Буквально там вот слева уже свал реки. Вот. Ну, начал поклевывать тигровый окунь. Соответственно, потихонечку ловим. Но мы здесь с вами за более интересной рыбой. Тигровый окунь — это так себе. Пробуем поймать группера. Чуть потяжелее поставил блесну, 5 грамм. Кстати, китайские блесны довольно нормальные. Я их так успешно ловлю. Да, есть. Вот она. Это тут хорошая какая-то. Тут бьется. Да. Выживала. О.
Что-то пищит. Угу, есть. Смотрите, что творится, друзья. Просто бой везде. Вон, гоняет. Он гоняет прямо у берега. Смотрите, что происходит. Хорошо, что я взял с собой снасти гуд. Вот эти вот. Мистер Мосло. Они такие чуть поменьше. Сейчас выпрыгнул из воды. Да. Ну что, это утренний клев или что? Я не знаю. Ребятушки. Снимает приманку. Сволочь. Он даже до дна не успевает опуститься. Начинается поклевки. То ли рыба подошла, то ли сезон. Вот она. Хорошая. Вон же. Да, вон же. Смотри на нее, она еще подбивает приманку ко дну, как судак, вон какая. Ну, как вам идейка? Пройтись, так сказать, мандулой по тайваньскому побережью. Сейчас попробуем. Попробуем мандулу, друзья. Должно сработать. Да, есть. Ах, ты сорвался.
Да. Ну вот такие вот мелкие проказники клюют здесь. Называется это Crescent Perch, ну, Terrapon Jerboa. В общем, там много названий у этого окуня. Вот, это такой окунечек, который заходит в устье рек. Ну, сейчас явно нужно меньше приманку. Типа вот это, что ли. Кстати говоря, это мандула от Днепросвинца. Угу. Вот она. Есть. Тут же. Тут же, вот только поставил. Мелкая, конечно, приманочка им получше заходит, чем большая. Они охотнее ее и кушают, и садятся лучше на нее. Вот еще один. Ну, мандула вот рулит. Нормально. Чем хороша мандула, ребятушки? Тем, что ее не надо ни поправлять, ни что-то там переодевать. Здесь дно чистое, песчаное. Знай себе, лови. Да, одна за одной. В целом, конечно, джик эффективнее на самом деле. Клюют просто вот, ну, на каждой ступеньке. Джик эффективнее, я говорю, но то, что постоянно приманку снимают, это, конечно, не очень. Мало того, что снимают, так они еще ее съедают просто вот в никуда. Так что, наверное, в этой ситуации самое лучшее – это блесна. То есть, когда рыбы много, вот, когда она клюет на каждом забросе, чтобы не снимать, не переодевать приманку, наверное, блесенка – это самое идеальное здесь. Ну, вот она сразу сидит. И цепляется лучше. И вот такие вот проказники клюют здесь. Их там просто какое-то неимоверное количество. Так что есть. Да, друзья, я такого клюва вообще не помню. Сидит. На каждом забросе, друзья. В целом, ребятушки, конечно, хорошо клюет, когда это очень здорово, но рыбка мелкая, хочется чего-нибудь побольше. Я знаю, здесь, в этом месте, это устье реки, там швей, здесь есть хорошая рыба. Возможно, даже барамунди, возможно, даже, да и невозможно, а точно, и самы есть, и, в общем, много, в принципе, хищника здесь интересного. Так что продолжим. Наверное, поставлю сейчас джик чуть побольше, да, чтобы уйти от этого мелкого окуня и попробовать взять что-нибудь побольше. Смотрим дальше. Вот я поставил рачка, крейфиш. Вот Crazy Fish. Посмотрим. Кстати говоря, друзья, сейчас течение остановилось. Ну вот.
сейчас потихонечку течение будет в другую сторону идти. Вот такие вот приливно-отливные реки. Тут ничего не поделаешь. Приходится с этим считаться. Опять теребит этот окунь, блин, вездесущий. Так, ну это походу окунь. Но заживал большую приманку. Это надо отдать ему должное. Угу. Прижал. Ничего себе, ребятушки. Хороший поклевок сейчас. И это группер. И это группер. О, какой красавчик. Ну вот, ребятушки, другое дело. Уже какая-никакая интересная рыбка. Это группер. Морская рыба, кстати говоря, заходит в устье тоже. Вот. То есть, в принципе, не стесняется особо. Хорошая рыбка. Ну вот, crazy fish, друзья, crayfish. Какой он там, трехдюймовый, по-моему. Сработал по групперу. Я так и знал, что здесь есть еще какая-то интересная рыбка. И вот она клюнула. Я бы даже сказал, что он не клюнул, она прям присела. Но группер такой, он особо не клюет. Он просто сжирает и пытается скрыться в камнях. Ну вот и все, ребятушки, рыбалочка закончена. Интереснейшее место, устье реки, море, морская рыба, приливно-отливная река со своими условиями. Ну, как я и сказал, надо искать какие-то структуры на дне в любом случае. Много тигрового окуня, взят группер, что немаловажно, и даже какая-то интересная рыба, которую я до этого ни разу не брал. Вот, обязательно напишу ее название в описании к этому видео. Всем традиционно спасибо за просмотр. До встречи в новых видео. Всем пока.